До свидания. Думаю, что в Японии, как высоко экологичное государство, сохраняет по латыни, но если вы наберете информацию, в частности, с ассоциацией розничной торговли мы договорились о том, что в ближайшее время мы проведем большое мероприятие в Владимирской области, куда приедут наши производители пищевой продукции прежде всего, и мы сможем через это мероприятие обеспечить попадание в торговые точки федеральных сетей производителей продукции, которые работают в Владимирской области. Для нас это очень и очень важно. Директор Московского государственного университета. На основе соглашения готовы провести глубокое научное исследование текущего состояния. Наш университет имеет серьезный задел в работе в целом ряде регионов и Центрального федерального округа, и Поволжья. Мы предлагаем разработать и принять региональный закон, в соответствии с которым гарантируется сбалансированное питание для каждого школьника, для каждого ребенка в соответствии с СанПинами, которые утверждены Роспотребнадзором. И вот принятие этого закона выведет самым серьезным образом Владимирскую область на передовые позиции в организации школьного и социального питания. И комиссаров, и Кусневич, и мы. Поэтому здесь есть абсолютно конкретный коммерческий, что называется. И даже дорого это сотрудничество. И мы подписали соглашение, а это уже тот случай, когда мы уже сотрудничаем. У нас есть шанс сделать межрегиональный кластер. Компания «Росклимат» готова, значит, расширять сотрудничество и в Удмуртии. Поэтому здесь есть абсолютно конкретный коммерческий, что называется. И для бюджетов интерес. Мы готовы также делиться, так сказать, проектами наших компаний, которые расширяются на территории России для Владимирской области.